Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Мне сегодня тоже повезло. Я здесь не как группа поддержки или как артист. Я просто давно дружу с этими мужественными ребятами. Знаю некоторых лично. И всегда имею ту счастливую минуту, если она предоставляется, пообщаться, побыть рядом с ними. Потому что небо, оно для всех является какой-то магией. И очень приятно слушать было те вопросы, которые задавали вы. Не просто так, чтобы красануться, набрать очков у своих преподавателей, а именно потому, что вас это интересует. И те моменты, когда вы связывали историю войны, задавали вопросы, здесь ведущий очень хорошо подыграл, как я понял, про стариков спросил, которые шли в бой. А действительно, история у нас очень интересная. И я хочу сказать большое спасибо тем ребятам, которые взяли на себя эту ношу и тянут эту лямку. И не только эта красота и мужество, это еще назло тем врагам, которые сидят и когти точат на нашу необъятную родину-матушку. Спасибо ребятам. Я лично знаю многих ребят, а также вдов, которые остались без мужей, которые выполняли свой воинский интернациональный долг. Вы знаете, что вчера, 15 февраля, вся страна наша отмечала, может быть, грустный, может быть, печальный, но для многих наших товарищей, многих наших россиян, это очень значимая дата, 26 лет советские войска вышли из Афганистана. Там тоже погибло много наших ребят. Более 14 тысяч полегло на поле брани, в том числе и ребят из этой крылатой гвардии, из этой авиации, транспортной, и боевой авиации, штурмовой. Я лично знаком был с Николаем Майдановым. Это дважды герой. Герой Советского Союза и герой Российской Федерации. Единственный герой в нашей стране, который получил за боевые, именно за ведение боевых действий, звание героя при жизни. Одну в Афганистане, одну в Чеченской Народной Республике. Но тем не менее он скончался от ран. Поэтому давайте в знак признания, дань уважения и памяти почтим память всех тех. Я не буду называть, здесь лично знал Ткаченко, руководителя группы, лично с ним встречался, общался в Пушкине. Поэтому давайте, ребята, просто вот, если не трудно, поднимемся и минутой молчания почтим память всех наших ребят. Спасибо. Прошу садиться.